Я буду креветки шпилевили. Лапуль, дашь мне поносить свою рубашку? Конечно, халат конечно. Красивый такой. Только ты на голое тело. У меня. Только на голое тело. Да. Вот ты вообще, Лап, ну что ты говоришь? Мы идем позавтракать в Азур 24. Сейчас покажем, чем здесь кормят на завтрак. Уже кондитера работают, делают шоколад. Morning, good night. Вот здесь на входе ассортимент сыра. Здесь вот хлебушек с левой стороны, булочки, какие-то хлопья и молочко. Здесь бар, все кипит, пыхтит. Это как бы выставочный момент, ресторан работает по меню, меню меняется, завтрак, обед и ужин. Вот. Это как бы витрина. Вот. Витрина. Ребята нарезают. Просто выставочно представлено то, что есть, и то, что вы можете покушать, заказать. Интересно так сделано. Стандартный набор, то, что приносит. Здесь вот кухня. Юнайден! Здесь, получается, повара гораздо улыбчивее, чем в главном ресторане. Лиль, ну что, ты выбрала место? Вот здесь, да? Хорошо. Вот такой вот зал. И еще есть терраса. Думаю, сегодня мы еще пообедаем здесь. Нужно как бы охватить все, но ресторанов много. И поэтому будем стараться. Вот такая вот терраса. На обед, наверное, говорю, придем сюда, потому что мы уже посетили почти все. Ну и за исключением турецкого, ну не знаю, ребят, ну что-то неохота. Там, ну, меню для турок больше подходит, а нам, конечно, ближе вот такое все более наше, так сказать. Здесь, конечно, с террасы великолепный. Напоминаю, ресторан работает 24 часа, три вида меню. Что ты заказала? Я заказала блинчики, бекон и яйцо бенедикт. А ты что заказал? Я заказал, как обычно, омлет машем с чистым томатом. А, мы еще заказали два копченых лосося, две порции. А, да, да, точно. Как всегда, морковный сок, потом заказал панкейки и еще что я не помню. Может быть, больше ничего. Омлет? Ты заказал? Да, ну омлет сказал, я сказал. Да? Да, все, ждем. Ки будем, Лили? Да. Давайте. Так, это закуски принесли. Столик, я думаю, будет мал. Сейчас попробуем, везде пробуем закуски. Ну, здесь обычные такие, типа джеймик, там еще что-то. Стандартная такая тарелка. Тэшкёр дрим. Вот закусочки, здесь джемик, сырок, мед, это, наверное, каймак или масло, да, немного бекона, оливки и сыр. И хлебушек, да, там вон в корзинке? Разверни, пожалуйста. Ой, теплый. Теплый хлебушек, очень здорово. Такие булочки. Да, это что? Кусочек бублика. Они режут на 4 части, потому что никто не доедает. И сразу за бублик и принялись. Добрым утром. Это был вступительный момент. Полное видео вы можете увидеть на нашем канале на Бусти. Ссылка в описании.